Уважаемые соотечественники, гости Беларуси, трагедия Хатыни и тысяч деревень и городов с такой же судьбой – это неутихающая боль в сердце белорусов, всех советских людей. Сегодня мы, представители разных поколений, религиозных конфессий, философских и политических взглядов, собрались вместе, чтобы почтить память невинных и защитить правду о той войне. Эта правда жестока, эта память тяжела. Вдумайтесь, оккупанты, их пособники, полицаи сожгли 9200 белорусских деревень. Из них более 5000 вместе с жителями. И мы знаем, с чего это все начинается. С идей расового и генетического, любого другого превосходства одних народов над другими, с разделения на высших и второстепенных. Страшно то, что эти теории сегодня находят своих приверженцев во всем мире. Но, слава Богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом. В этой памяти много боли и страданий. В ней трагический исторический опыт. Это факт. Вторая мировая война была не просто войной. Она стала планомерным истреблением наших славянских народов. И в этот памятный вечер, накануне очередной годовщины Хатынской трагедии, я хотел бы обратиться к тем, кто сознательно пытается возродить символы нацизма. Пусть это единицы, как говорят, в семье не без урода, но такие, к сожалению, есть и в современной Беларуси. Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм нес на нашу землю цивилизацию, кто героизирует убийц, кто поклоняется БЧБ флагам, под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид, и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум, не имеют на это права. Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: иди и смотри. Иди в Хатынь, Борки, Алу, Дальву, Усакино, Шуневку, Азаричи, к мемориалам Тростенец, Яма, Красный берег. Смотри глазами ребенка, выжившего под телом убитой матери, глазами детей, брошенных умирать в колодцы, глазами застреленной беременной женщины, так и не познавшей счастья материнства, глазами отца, доставшего из пепла мертвого сына, глазами повешенных, беспомощных стариков. Иди и слушай хатынский колокол, в звоне которого воедино слились детские крики, материнский плач и горькая отцовская скорбь миллионов белорусов. Белорусов, испытавших нечеловеческие страдания, но не покоренных и не побежденных. Мы это должны с вами помнить всегда.
и не бояться. Великие праздники. Какая бы беда ни нахлынула на нас, пандемия, ковид или прочие болезни, приходи, светлый День Победы, и отдавать должное им, которые погибли ради нас. Потому что если бы они не погибли, нас бы не было. И пусть эти голоса из прошлого каждому поколению напоминают о том, как хрупок мир, как ценна человеческая жизнь и как легко все это потерять. И пока звучит этот колокол, Беларусь помнит. Нам никогда не забыть страшные страницы истории Великой Отечественной войны. Мы никогда, никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинство врага на нашей земле. Мы это помним, и в этом наша сила. Вечная память убитым, замученным и растерзанным. Склоним же головы и почтим их память минутой молчания.